Всем привет! Хех, с вами Ред Соня, девушка в короне, то есть однозначно королева. Значит, вы наверняка уже соскучились за Dark Souls, Demon Souls, блин, Dark Souls, да, у нас Dark Souls, Dark Souls 2. Начинается DLC, которая ведет к новому королю, к новой короне, я так подозреваю. Ну, собственно, все DLC будут про королей и корон. О-хо-хо, кто-то тут у нас стоит. Мне интересно, здесь ничего не пишется, как в первый раз? Ага, да-да-да, ищи земли древнего короля за железной цитаделью над морем пламени. Поехали, посмотрим, что у нас там. Ого, чуть не упали. Что у нас за сюрприз нас ожидает за цитадели короля? Мне не нравится, что у меня какие-то тормоза, как только я пишу. Это бесит. Отправиться в железную цитадель Идол Эйгила. Сегодня нашей целью является просмотр зоны, где проход в новую DLC-шку. Все вы сейчас узнаете, как туда пройти. Ну, чтобы потом не спрашивали, а то спрашивают, Квина, как нам туда попасть? Квина, мы не можем попасть. А я скажу, вот, все очень просто. Раз, два и попал. Так, я думаю, смогу ли этого типа вот этой штукой запилить новой? Потому что я еще ее не пробовала в бою. Нет. У меня, знаете ли, очень маленький щит. Мастерски. Все, 227 вообще-то маловато. Ой, что там? Упало что-то? Нифига себе, осколки титанита падают. Просто, можно сказать, удачно зашли. Вы помните, здесь мы боролись с королем, и здесь сразу как-то зона немножко подтормаживает. Мне это не нравится. Представьте, если здесь будет еще кооператив, как это все тормозит. Вот, значит, здесь появилась дверь, раньше ее здесь не было. Видите, вижу, здесь такой же самый проход, как и раньше был. И здесь тоже стихотворение. Мы первый раз стихотворение читали, поэтому давайте читать. Нет, нам нужно справа налево, как все приличные люди. Там, где лишь зверя ступала нога, где никогда не звучали рога. Но когда схлынет толща воды, всякий забудет мирские труды. В башне старого железного короля порождение брака слышны голоса. Не в рифму. Выйдет тогда на поверхность беда, что корабля погребла навсегда. В общем, опять какая-то беда, опять король. Но в этот раз железный, очевидно. Какой-то железной крепости мы находимся сейчас, были. И вот оно, то самое место. Та самая дверь. Направо и налево проходы. Посмотрим, что там. Там находятся статуэтки для переноса вас, для переноса тех, кого нету DLC, чтобы помочь поиграть игрокам, у которого есть DLC. То есть, не имея DLC, вы можете спокойно пойти поиграть с людьми. Закрыто! Все еще закрыто. Я так понимаю, где-то через 24 часа оно будет включено. В общем-то, пошли обратно. Я думаю, сегодня я парочку боссов убью. Такая кровожадная сегодня. Где? Нам сюда. Пишут. Спокойствие. Ну да, типа того. Слава, ключ. Наконец открыто, типа. Я думаю, надо пару боссов поубивать. Ну, сейчас посмотрим, получится у меня это или нет. Помочь людям другим, которые пытаются сейчас убивать боссов. Не нравится мне эта штука. 200 урона, вот это мало. Это очень мало. Мне мало, вам как хотите. Так, где там
та штука, с которой я в последний момент бегала, но не это, не ржавый красный меч, где она была. Сколько оружия, вот она. Нож мясника из нашего дорогого, не ржавый, а гниющий, вот. Сейчас посядем у огня и отправимся в новые локации. Угу, сюда. Я думаю, сначала с этой вредной королевой попробуем, а потом с этим драконом. Убежище дракона. Что я совсем не вижу здесь надписи на полу. К чему бы это? Может, потому что я босса уже убила, поэтому я надписи не вижу. Но я могу их оставлять, по идее. Угу. Ну, подождем. Придет ли кто-то за нами? Ну, кажется. Так. Вот он. Кстати, у меня есть этот камень. Когда он уже спрыгнет. Меня опять убьют. Да-да, буду стоять и ждать, пока ты меня расстреляешь. Я сомневаюсь, что ты меня отсюда увидишь. Ну ладно, пойдем еще за одно здание спрячемся. Скотина! Нас призывают. Фазер. Прикольно. Все отчаянно бафаются. Ну, посмотрим сейчас, что нас там скажет это те ребята. Все-таки усиленный в 3 раза босс. А
Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Я и забыла, что она такая такую делает бяку. Зачем я это делаю? Мне нужна денежка. Почему по ней не проходит урон? Спрашивается. Они тормозят, кажется. У них лаги. Чтобы мне по носу сейчас не врезало из-за этих лагов. Еще один. We did it. Возвращаемся в свой мир. Что это тут? А, маленький могу переставлять ноги. Особо никто не звал, я ждала, поэтому переместилась в Маджулу и думаю, надо нам закончить на этом серию. В принципе, она получилась недолго, но главное, вы узнали, как пройти в DLC. В принципе, ради этого я делала серию. Спасибо, что были со мной. Всем удачи и пока.